Друзья, всем привет! Вы на канале Капитан Крым. Посмотрите, какая за мной красота. Многие из вас, наверное, здесь были. Это большой отлеж. Кому интересно, можете посмотреть по ссылке вот в этом видео. Но сегодня я вам хочу показать новую дорогу, которую проложили от Большого Отлежа до дороги Черноморская-Оленевка. Поехали! Большой и Малый Отлеж – это две части заповедного урочища на западе Крымского полуострова. Яркая природная достопримечательность. Нависающие над морем отвесные скалы, испещренные живописными выступами, гротами и бухтами. Природа здесь пока еще сохранилась в первозданном виде. Прозрачное море, чистый воздух и богатый подводный мир манят туристов и позволяют в полной мере насладиться отдыхом. Мы с вами стартуем непосредственно от Большого Отлежа. Сначала тут несколько сотен метров идет грунтовая дорога, и только от знака «Ремонт» начинается заасфальтированный участок. Смотрите, какое небо, какие красоты. Самое интересное начинается, если сделать несколько шагов в сторону, и тогда перед вами откроется чудесный мир и разнообразие жизни Крымской степи. Красоты Западного Крыма, однажды влюбив себя, больше никогда вас не отпустят. Давайте посмотрим на карту. Наш путь лежит от побережья. Мы стартовали от Большого Отлежа и двигаемся по новой дороге до Оленевки, до Объездной улицы. Эта улица тоже недавно появилась. Она идет от дороги Черноморская-Оленевка, обходя саму Оленевку аж до маяка. Итак, мы с вами доехали до поворота. Сейчас повернем направо. Кто еще не видел мой ролик о дороге до Оленевки, можете его посмотреть по ссылке в описании. Дорога стала, конечно, намного лучше, чем в те времена, когда ее вообще не было. И нужно было ездить по полям. Но пока нет разметки и не обустроена обочина. Возможно, к лету все доделают. А мы с вами мчимся вперед. Слева от нас Оленевка. Давайте немножко полетаем. Для вас, друзья, небольшая панорама с видом на озеро. А мы летим дальше и смотрим на дорогу уже с высоты птичьего полета. Аврора, посмотри, пожалуйста, что пишут про Оленевку в сетях. Сейчас, капитан. Вот, например, девушка пишет: в Крыму отдыхала только на южном берегу. Так повелось с детства и записалось на подсознание, если отдыхать в Крым, то только на юг. Когда в сентябре мы с мужем благополучно въехали на Крымский полуостров, я пристала с уговорами повернуть направо. Изумлению его не было предела, но я победила. Приехали, короче, в славную деревню Оленевку. Малюсенькое село, хатки все маленькие, развалившиеся, растительности почти нет. Пыль кругом жуткая, местный центр почти пустой, дело было в сентябре, и вонь от лимана. Муж в обмороке, но я решила довести начатое до конца. Сказал: два дня здесь и только ради тебя, дорогая. Проехали до конца селения, обнаружили базы и гостиницы, построенные для отдыхающих, везде куча свободных мест. Поселились что-то типа бунгало на местный манер. Чтобы описать море в Оленевке, не хватит никаких слов. Теплый, песок тяжелый, вокруг всегда вода прозрачная, никакой мути, и цвет изумительно зеленый. В общем, через 10 дней еле-еле свернула мужа и уехали в Алушту. И то только потому, что закрылась столовая, и перешли уже, практически на подножный корм.
Знаете, нагуа не были, но отдыхали в разных местах и кое-что повидали. Но почему-то снились нам зимой только оленевские закаты. Этим летом планировала ехать на Мальту, но мой благоверный говорит: ты как хочешь, но на неделю в сентябре в оленевку съездим обязательно. Мангал чистит, удочки выбирает. Так что, попала я короче. Светит мне вместо новых купальников и нарядов провиантом запасаться. Поэтому, кто в оленевку собирается, думайте хорошо. Место какое-то заколдованное, раз побывал, тянет туда со страшной силой. А красоту Западного Крыма невозможно рассказать. Ее нельзя даже сфотографировать, можно только почувствовать. Спасибо, Аврора. Пока ты рассказывала эту интересную историю, мы уже доехали до конца участка и поворачиваем направо, в сторону Черноморского. Ну что, друзья, вот такая вот дорога. В принципе, дорога неплохая. Осталось только нанести разметку и немножко сделать порядок на обочине. А в Крыму сейчас цветет вот такой симпатичный миндаль. Ох, запах просто обалденный. Это старый миндаль, и вот такие деревья растут вдоль всей дороги. Друзья, я жду ваших комментариев. Ставьте лайк, если вам видео понравилось. Обязательно подписывайтесь на канал. До 100 тысяч нам осталось совсем немножко. Всем пока. До скорых встреч. Ваш капитан Крым.